Сейчас увидим венчание. Сейчас будет здесь торжественное венчание в нашем соборе. А воскресенье недаром. Видите, вот ожидает жениха и невесту. Войду внутрь. В храм постараемся вам что-то показать. Все готово для венчания, посмотрите. Здесь, посмотрите, свадьба. Видите, у алтаря стоит жених с невестой. Сейчас вам подойду поближе, сниму эту красоту. Посмотрите, мы попали на венчание. Делают съемку. Венчают жениха и невесту. И на всех сверху взирает Иисус Христос. Жизнь, долгоденствие, целомудрие, потомство долгожизненное, в детях помогать, одари их росою небесными свышками и благородием на земле, наполни их дом пшеницей, ровом и пеленом и всеми благами. Да. Мощи? Да. Ларец с мощами, видите, какой красивый. Это подношение. Здесь еще малый алтарь, видите, вот. Собор огромный. Вот я помню раньше, здесь, конечно, он не был вот так реставрирован. Это сейчас вот здесь все эти фрески, они реставрированы по стенам, но... Когда я была еще молоденькой совсем девушкой, он всегда был открыт, этот собор. Мы заходили вот сюда. И здесь вот вокруг стояли, лежали вот на этих вот постаментах таких очень старинные иконы, настоящие, намоленные, древние. А теперь вот я обратила внимание, что большинство икон заменено просто вот на такие вот какие-то современные нарисованные. Вот видите, это уже отсюда икона настоящая исчезла. Вот положили просто нарисованную такую современную какую-то фресочку. Но это не представляет ценности. Хотя некоторые иконы остались. Вот это уже вот именно та старинная намоленная икона, о которой я и говорила. Вот это тоже как бы, наверное, не знаю, я уже точно, конечно, сейчас путаюсь, но вот оклад у нее, по-моему, очень простой. Раньше было украшено все натуральным жемчугом, камнями какими-то драгоценными. Вот еще как много очень мощей. Это я не разбираюсь. Мощевик. Написано. Вот еще иконы остались. Продолжается венчание.
На молодых надели короны. Ну, как мне сказали, что это цыганская свадьба. Судя по тому, что кто вокруг, по людям, цыгане. Наверху поют хоры. В лавке в свечной. Сейчас купили свечи. Поставим свечи за упокой родных и близких. И поставили свечки. Красиво поют церковные хоры. Наверное, нельзя. Хотели на колокольню попасть. Ой, но вы знаете, очень высоко, я вся запыхалась. Вот видите, как в фильмах ужасов. Какие крутые ступеньки. Ой-ой. Что там? Замок? Представляете? Мы зря карабкались. Там закрыта дверь. Это колокольня. Я никогда здесь не была. Хотя здесь родилась и прожила 22 года. У нас сегодня день урожайный. Еще ту не обвенчали пару, уже следующая ждет. Посмотрите только. Следующая пара на венчание. Вот такие красивые. Так выглядит крестильная купель в православных церквях. Это чистое серебро. Я понимаю так. А здесь рядом еще вот чья-то мощи чьи-то или что-то такое. Николая Угодника нашли икону. Сейчас поставим свечу ему также и помолимся. Здесь вот даже я увидела, видите, вот в старинном окладе от какой-то старинной иконы оклад. И в него просто помещен вот такой вот на бумаге нарисованный какой-то лик. Павел. Святой Павел. Памятник Бакланову. Это все на площади Соборной.